Алло, Ванечка, здравствуй! Алло, бабуль, привет! Слушай, я на собеседование опаздываю. Сможешь мне файлы на флешку скинуть? Это срочно. Смотри, заходишь в мою комнату, на столе компьютер. Так. Слева, слева, должно быть открыто окно. Открыто! Отлично! Теперь перенеси иконку из правого угла в это окно. А что за молодым голову не взбредет? Спасибо. И еще на всякий случай перекинь все фотографии и файлы с рабочего стола туда же. Я уже подхожу. Что бы ты без меня делал? Ну что, поймал? Может, пирожков сбросить? Спасибо, бабуль, я попозже забегу. Здравствуйте, компания Билайн, меня зовут Иван. Да, бабуль, я покушал. Бабуль, я занят. Все, давай, пока.